ГС, я Шамики, мы продолжаем проходить игру под названием The Evil Within. Опа. The Resident Evil. Resident Evil Zero. Evil Within. Evil Within мы уже прошли. Так, ладненько, что у нас по патронам? Как вы помните, мы убили в прошлой серии с вами сороконожку, получили огненный ключ. А теперь... Ищем, что можно еще найти. Пойдем за бабеху. Как я понял, короче, этот чувак, кстати, больше урона наносит. Потому что если до этого я на червячка тратил 5 патронов, то вместе с ним мы потратили всего лишь 4. Так, нам нужен с вами проход. Получается, нам сюда надо. Мы зарядили, кстати, зажигалку вместе с вами. Откроет нам еще путь. Если туда выйти, там просто будет лестница. Ага. Окей. Много боссов, так сказать, насекомых. Кто, интересно, будет там змея, может быть, еще паук, крокодил, жаба. Думаю, тигры такой не будут экзотические. Хотя крокодил тоже экзотический. Так, подожди, если я сюда зайду, мне вот интересно, там есть проход какой-либо? Да, кажется, это ключ вам больше не нужен. Выбросите его, да. Полетели дальше с вами. Уничтожать все. Ну слушай, на 7 серий у нас точно хватит. Так, здесь только одно место. Фотография ученого преклонного возраста. Увлеченного своим исследованием. Фотография ученого преклонного возраста. А это, типа, другая фотография. Книги стоят беспорядочно. Некоторые из них, похоже, забрали. А, то есть я сейчас еще должен книги вернуть. И все? Я сюда ради этого пришел? А, ну слушайте, кстати, я дальше не могу попасть, хотя проход показан. Как я понимаю, здесь секретный проход у нас. Должен быть. А, ну либо так. Либо так. Либо так. Так, патронов у него же, да? Меньше всего, да. Так, дневник замдиректора. 2 сентября. Как всегда, полезные люди практически нет. Интересно, по каким критериям вы в штаб-квартире отбирают сотрудников? Ладно, на этот раз есть двое неплохих ребят, подающие надежды. Уильям и Альберт. 25 сентября. Прагматик Ал и теоретик Уилл. Эти двое прямые противоположности друг другу. Более того, между ними зарождается серьезная конкуренция. Если же говорить о сходстве, могу сказать, что... В глубине своих глаз они скрывают самые сокровенные тайны. 7 октября. Внезапно мне позвонил директор. Он сказал, что необходимо сделать этих двоих яростными соперниками. Директор Маркус более озабочен своими исследованиями и редко появляется интерес к людям. Впервые с момента основания учебного центра он заинтересовался чем-то еще. Что ж, приказ есть приказ, и я выполняю его со всей тщательностью. Я заставлю этих двоих цепиться друг друга в лодке.
Только мне так неудобно, мне бесит. Почему синее? Что такое синее? Дрон для дробовика скинуть. Хотя пусть они здесь будут, если что, подберем другие еще. А, да? Здесь есть включатель. Нажать на него, да. Зачем мне рог? Нет, ну ты издеваешься, ну серьезно. Так, кстати, подожди, а у тебя же место есть? Забирай. Если что, если будет очень много пуль, потом кого-то на дробовик пересадим. А здесь что-то есть. Стрелка часов. Да, взять. Стрелка часов, это нам нужно. Стрелка часов, это нам нужно. Если что, можно, блядь, пули выкинуть. Я думаю, пока мы с пистолетом будем модно играть. Потому что у нас самый гранатомет на выбор. Дробовик на выбор. Так, пока что я свечу. Так и разожги ее зажигалкой. Отлично. Просто дело в том, что я только себе смешаю. Так. Осмотреть. Похоже на декоративную деталь. В основании есть отверстие. Но пригодится, кстати, стрелочка нам. Это для нашей пуф-пуф взрывушки, побрякушки. Нитерфор в фруктовом корзине. Некоторые фрукты на картине гнилые. На картине изображен люк. Кто лопившийся вокруг ребенка. А, люди. Кто-то пугающий есть в его взгляде. Картотеки полный бардак. Но нет ничего интересного. Картотеки полный бардак.
Мне нужно свечу найти, серьезно. Запомним. Нам нужна свеча. Биология, социология, политика. Полка заполнена книгами на совершенно разные темы. Можно было сюда тогда не идти, если вдруг погибнем, нужно будет сначала найти свечу или что-то типа того. Потом все остальное. С напарником не так сложно, потому что у вас стреляет двое, а не один. Плюс сейчас нужно будет вспомнить, где у нас была стрелка. В каком проходе? Из каких проходов? Вроде бы там, где ремонтир идет обработка, да? Вроде бы здесь. Так, давайте, наверное, сразу по карте гляну. Там. Это оно. Надеюсь, все ворны не восстановились. Плюс нам по-любому на улицу придется выйти и как-то поднять предмет, плитку. Либо из-за того, что он меткий, он может эту плитку снести, кстати. Хотя он ее повредит тогда. Перила сломные. Хотя они не кажутся ветхими. Спуститься по лестнице? Подожди, спуститься? Блять, как я туда вообще попадал? Подожди, где я нахожусь? Сука. Да, подняться. Нам не сюда. Нам на третий этаж нужно. Нам нужно с вами на третий этаж. А как я туда попаду? Я помню, что мы как-то шли. Кстати, третий этаж. Возможно, мне через это на ганушку ж надо идти. Да? Да. Или не? Или де? Де? Через ногоножку. Туда-сюда. Бегаем туда-сюда. Бегаем туда-сюда. 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 Зато выполним с вами... Сейчас это, и сможем открыть двери на втором этаже здесь сразу. И двери, которые у нас в другом еще месте закрыты. Топ-топ-топ-топ-топ-топ. Топ-топ-топ-топ-топ-топ. Тараканы. Мега тараканы. Вот, кстати, сможет он подбить отсюда? Как я должен эту плитку достать? Ёпсель-мопсель. А прикиньте, если это можно достать с помощью крюка, но крюк уже не используется. Спуститься вниз с помощью крюка, где сломата эта херня. А? Это навряд ли. Массивные часы. Минутная стрелка отсутствует на циферблате. Использовать. Массивные часы. Повернуть стрелку, да. Повернуть минутную стрелку. Лево, право.
Кажется, 8:20. Чего не произошло? Так, файлы. Дневник замдиректора, сообщение для персонала. Инструкция экспертизы, применение гарпуна, орден перевозки, инструктор для руководства, запись пассажира, управление тормозной системой, запись проводника. Да, походу я где-то одну уже записку потерял. Файлы сообщения для персонала. А, 8:15. Да, значит, я правильно до этого ставил. Лево, право. Сходим тогда с вами сейчас, давайте, наверное, сохранимся. Основа, я потом буду много рисковать. Да ладно, пойдем так, потому что мы так много времени, считайте, просто туда-сюда потратили. Поэтому девиться сейчас нету, думаю, смысла. Хотя сколько у нас хилок, сейвов? На 7 серий, исключая эту серию. То, что я думаю, нормально. 50 на 50. Кстати, сейчас, наверное, враги будут, потому что здесь много стеклянных поверхностей. А, там, кстати, только один проход, поэтому нормально. И там у нас только один проход. Ладно, пойдемте сначала, наверное, вниз сразу. Надеюсь, я не пожалею о своем решении. То, что у нас здесь пиявки были. Не стреляй. Как раз за нее используем картридж этот. Забрать. Пульки. Пульки, пульки, пульки. На границе сейчас ничего не отображается.
Большая карта мира. Ничего особенного. Так, проектор для микропленки. Если у вас есть микропленка, вы сможете посмотреть ее содержимое на экране. Использовать. Использование проектора. Смотреть. Изображение какой-то комнаты. Но это презентация. И... Окей. Странно, что эти пиявки, знаете, в обратно не превращаются в этого чувака. А вот теперь мы можем сохраниться. А вот теперь мы можем и засейвиться. Да, сохраниться. Сейв, 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 сейв. Ну, слушайте, если смотреть по изученному нами с вами уже тему, и то, что всего лишь файлов 3 у нас в документах, получается, будет только 3 места. Но где-то я, походу, одну записку потерял. Наверное. Ну, ладно. Не пройду на 100%, ну, бывает. Кстати, подожди. Если я все нашел, оно, по идее, должно отображаться на карте, как... Зеленый, да? Или как? А ну-ка. Синяя комната. Ваше текущее местоположение. Зеленая комната. Известное помещение и нейтральный свет. А, неизвестно. Нейтральный цвет. Закрытая дверь. Короче говоря, не показывает. Найден, не найден. Мне не нравится, что здесь стекла. Потому что они могут сломаться. Подожди, а где еще было место для красного ключа? Уже приноровился. Стихотворение. Луна поклонилась земле. Той, что солнце было верно и клянется. Так как солнце порядок везде. Он основой всегда остается. В нем путь к славе скрыт. И в нем... Нашим рукам не открыть райский врат. Луна поклоняется земле. То есть, что солнце быть верно клянется. Так как солнце порядка везде. У нас и остается. Короче говоря, основой, скорее всего, центр. Поклонение земле. В нем путь, лави сокрыт. В нем ваши и всем в нашим рукам. Ну ладно. Творение. Документы аккуратно разложены на полке. Ничего интересного. За окном видятся силуэты деревьев и непроглядной тьмы. Так, микропленка
Б. Похоже, огонь развели совсем недавно. На полу разбросаны книги. Для дробовик. Мне интересно, кого я возьму, чтобы с дробовиком бегал. Можно этого чувака, кстати, сделать. Дробашным. Но тогда будет опасно переключаться на девчульку, потому что он будет на дробовик переключаться. Мне кажется. Рис, один патрон уже. Подожди, мне теперь дверь вниз открыта. Она и была открыта. Там же этот пшпар. Я туда не попаду. Подвала смысла нету. Что было здесь? Тут смысла нет. Хотя, подожди. А, ну это часовая. А там на лифте мы поднялись. А что там еще за проулок какой-то? Балкон? Где он? Подожди, это у нас... Мы зашли во вторую дверь с часами, так ведь? Короче. Я не помню просто, где у нас красный еще есть. Где проектор был? Раздражает. Где у нас был проектор? Здесь нужна свечка. Проектор был не здесь. Проектор был в этой комнате. Проектор был в этой комнате. Да, там где есть черви, по идее. О, кстати, за него теперь есть смысл взять этот. Коктейль Молотова. Да не трать ты децл пули, ёпсель-мопсель. Целых три... Патрона выпустил. А представьте, я ему дробовик дам. Он же вообще дробовик нахрен истратит. Так, ставить. Что-то написано на сиденьях. И... А, системный диск. А, там взять. Кадры микрофильма. Изображение, полученное путем наложения микрофильмов А и Б. Место в конференц-зале помечено числами. Окей, то есть мы ради этого делали? Но сейвиться я не буду.
Идиот, взял пулю, потратил. Я понимаю, что 3 патрона это пустяки, но будем честны. С этого все и начинается. Сначала он тратит пули на одно, он тратит пули на второе. Туда и сюда, и уже ничего не остается. Ярлык. На ярлыке написано «Система безопасности ВИР 1.02». Похоже, нужно для активации какой-то системы безопасности. Для активации необходим системный диск. Но использую его. В чем проблема была сразу использовать? Проверка системы. Доступ получен. Система сброса активирована. Пожалуйста, введите пароль. Пароль ОА. 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 Здесь нету сросовода. Скорее всего, это ноль имеется в виду. ОА. Бля. Вроде бы одновременно нажали. Успел. Угу. Окей. У нас выход открылся. У нас открылся выход. У нас открылся сюда проход. Чтобы это не было за проходом. Скорее всего, это лаборатория, наверное. Хотя, наверное, навряд ли. Так, ладно, давайте, если пока мы здесь, сразу сходим, посмотрим двери. Так, какая у него команда, кстати? Атака, хорошо. Ну что, сейчас будет жопа, наверное. Потому что навряд ли что-то хорошее скрывается за дверьми железными. Нифига себе, я подумал, он бессмертный вообще. Да, пуля вот как раз и заканчивается. Потихоньку, потихоньку. Да, сюда. О, нет. Только головоломки с шахматами.
Какие-то головоломки, похоже. Какие-то картинки, но они настолько покрыты пылью, что вы не можете разглядеть, что на них. Гранаты. Давай, давай, возьмем. О, пленка, ловись. А сколько у нас в итоге? 18. Ну, слушайте, мне кажется, серии будет намного меньше, поэтому можно их уже тратить. Но не все, конечно, сразу. Шахматная доска. Похоже, партия завершена матом. Так. Две дамы по бокам. Два короля рядом через одну. Пешка тоже рядышком. И как отхиливаться от этого? Не помогло, зашиби минус спрей. Шахмат, блять. Хотя нет, знаете, я, наверное, все-таки пойду сохранюсь. Если нам уже пленочку дали. Потому что если я сейчас от яда откину, будет не круто. Хотя я по хп смотрю, состояние ухудшается. Антидот я не знаю, как делать. Поэтому бог с ним. Минус время потраченное. Окей, давайте подумаем. А, на бокс. Можешь двигать, блядь, детали, я не понимаю. Нет, ну не гоните. И сейчас само заново, ёбаный. Resident Evil Zero. Минус до хера времени. Печаль, беда. Так, подожди, может я должен был просто ее по кругу ввести? Просто не трогать, бы нужно было эту. Так, подожди, а я сейчас еще должен вспомнить, что мы брали с вами, кстати.
Блять, ну иди ж ты нахуй, свои палени. Так. Так, бля. Окей. Окей. Не ожидал. Так, меня куснули, не знаю. Не знаю, но надо брать. Сейчас быстренько все сделаем. Тупые шахматы. Тупые шахматы. Хотя бы только несколько патронов потратил, это радует. Все, тулим с вами обратно. Сохранимся тогда в той комнате. Так как ничего еще угодного не было у нас в этой серии, поэтому продолжаем пока что. Ну, если будет там босс, либо еще что-то, тогда, может быть, закончим серию. Что так? Мне еще статуэтку. Мне еще нужно где-то открыть еще одну красную дверь, которую я не знаю где. А подожди, на кухне мы открыли одну. И в подворотне вроде бы одну открыли. Придется цевиться. Сейф.
Ну что, я шахматы, блин, поставлю на превью или что? Или рыцарей? Вот именно. И я не знаю, что из этого мне ставить. Поэтому пока что на своих двух. Поэтому пока что так. Успеется. Плюс здесь нам еще три пленки дали. Надо это не забывать. Готове. Хотя отвернись лучше от него. Потому что яд, я понял. Теперь я знаю, что там есть яд, и я просто его трогать не буду. Чтобы лишний раз не отравиться. Не будем с вами больше травиться. Большой глобус. Похоже, он серьезно прогнил. Мат. Вот, иди тащи. Не то. Сейчас прикольно, если это не то. А не, все правильно. Эвил. Хоть яд не распространился. Книга зла. Погодите, здесь есть что-то еще. Дневник Маркуса. 4 декабря. Наконец-то мы его синтезировали. Новый вирус. Мы называем его прародителем. Я хочу взять его с собой и как можно скорее начать детальные исследования. 23 марта. Мой партнер Спенсер подал идею основать компанию. Что ж, пока это не мешает изучению прародителя, я не против. Я делаю, что хочет. 19 августа. Спенсер открыл учебный центр и предложил мне его возглавить. Не знаю почему, но этот человек становится слишком назойливым со своим детищем. Но думаю, я смогу использовать это в своих интересах. Для исследования столь загадочного вируса необходимо особое место. Место, где никто не будет мешать. Но 30 ноября. Люди Спенсера, сегодня от них опять поступила жалоба. Они думают, что прародитель — это еще один инструмент для получения выгоды. Вот ведь глупцы. С тех пор, как я занимаюсь своими исследованиями, и без того отвратительным голосом этого человека, звучит все громче. Я добьюсь коммерческого успеха прародителя, чего бы это мне ни стоило. Необходимо сделать исследования более предметными. 19 сентября. Наконец-то! Появилась перспектива создания нового штампа вируса на основе прародителя. В результате множества экспериментов решающим фактором стало скрещивание вируса с ДНК пиявки. Это первый успех Т-вируса. И первый усовершенствованный штамп прародителя. 23 октября. Бесполезно. Я не могу надеяться на дальнейшие успехи экспериментов на морских свинках. Если я не начну использовать людей в качестве подопытных исследователей, исследование зайдет в тупик. И уже никогда не выйдет на новый уровень. 15 ноября. Кажется, кто-то заметил мои эксперименты в моей части здания. Но мне плевать. Они помогут моим экспериментам, если будут мешать. 13 января. Дело сделано. Мои прекрасные пиявки. Этим никчемным людишкам никогда не испытать подобного чувства удовлетворения. Теперь я окончательно заткну Спенсера и буду управлять всем.
31 января. Я заметил следы использования одного устройства, спрятанного в моей комнате. Похоже, кто-то искал здесь Т-вирус глупой шавки. Наверняка все это дело рук прихвостней Спенсером. 14 февраля. По нескольким приметам, на днях я обнаружил, что кто-то изучал вход в мою секретную лабораторию. Придется принять необходимые меры, если и они хотят этого. Но пока что парочку Уильяма и Альберту разобраться с ворами. Эти двое единственные, кому я хочу доверить, кроме моих прекрасных пиявок. Но Спенсер, это еще не конец, ведь так? Я объявляю о создании Т-вируса на ближайшей совете директоров и получу наконец-то, что я заслужил по праву. Дневник Маркус 1. Все? Это все ради чего я сюда пришел? Ладно. Ну, на самом деле я немного так уж потерял и получил. Страшно. Максимум 6 пуль. Так, хоть свеча и старая, огонь горит очень ярко. Возьми свечу, нам же для задания там нужна свеча была. Или что-то типа того. Так, и сюда есть куда-то место. Подожди, он сказал, что еще в книге что-то есть. Смотреть. Книга с элегантным переплетом под названием «Зло». Для своей толщины книга необычно тяжела. Окей. Синие травы? Что-то новое. Подожди, тут еще был какой-то проходик. Рэй, выход для проведения осмотра. Все просто не в крови. Да, блять, там записка. Так, запись участника первой исследовательской команды. Мы обыскали комплекс и обнаружили часть уцелевших химикатов. Они, как и полагается, охраняли в специальных баллонах. Мы только начали изучать их, детали пока не ясны, но, как оказалось, при определенном сочетании некоторых препаратных способов менять свои свойства. Вдобавок, ко всему, в хранилище химикатов полный бардак. Скорее всего, это типичный произвол начальства, нежели последствия какой-то аварии. В будущем, после восстановления комплекса, вероятность возникания необходимость решить вопросы утилизации этих химикатов. На обратной стороне что-то написано. Красный и синий – это серная кислота. Зеленый-красный – стилизирующее вещество. Красный-синий. Ну, скорее всего, так хилка. Зелёно-красный. Серная кислота. Зачем нам серная кислота? Красный-синий. Окей.
На полке лежат различные лекарства и мединструменты. Все они произведены абскером. Синяя трава, да, взять? Я не знаю, ну типа возьму, пусть будет. Может, синюю траву лучше взять? Похоже на какой-то химикат. Засыпать его в набор для смешивания? Вы засыпаете зеленый химикат в набор для смешивания. Wait, what? Посмотреть. Я должен собирать это все? Контейнер с зеленым химикатом. Помогите нейтрализовать эффект отравления. Похоже, какой-то химикат. Запустить набор для смешивания, да? У вас уже есть зеленый химикат. Но у меня есть одна хилка. Почему я не могу вторую еще взять? Против отравления. Старое разбитое зеркало. Вы не видите даже свое отражение. Но смотрите, мы какую-то финтиплюшку нашли все-таки. Синюю травку. Плюс описание, что какую-то можно кислоту создать. Ну, мы попробуем, типа, реализовать это. Мне же интересно, что будет. Теперь вопрос просто, куда мне идти. Просто у нас как бы вариант идти там, где было закрыто до этого. Я мог пойти сейчас сразу наверх. Надо. Либо попытаться выйти наперед. Ну, сука, я снова не знаю. Здесь у нас закрыто, а здесь нам нужен ключ. А я не знаю, где ключ взять. Я могу туда попасть. Но либо там что-то, либо там что-то. Так, давайте я сейчас быстренько приду. Все здесь. Охо-хо-хо-хо, походу я долго меня не было. Сука. Замечу, что это часто с играми происходит. Что за хуй-то? Так, вроде бы здесь, да, меня вылетело. Ну, типа, что-то нихера почти не сделал. А вылетело. Пойдем тогда сейчас выйдем с вами на улицу. Глянем, что будет на уличной площадке. Оно фризит? Не гоните. Так, вроде бы перестало. Так, подожди, мне нужно смешать какие? Я уже забыл. Серая кислота. Красный и синий. Красная трава. Okay.
No problem. No problem. Без проблем. Надежная решетка. Несмотря на возраст, на ней нет признаков коррозии. А вот почему я не могу кислоту сделать, а? Никакой реакции. Похоже, лифт обесточен. Ваш скоротку. Иди делай лифт. Здесь что-то есть, но отсюда плохо видно. Я уже оттуда тоже смотрел. Какого черта? Мост разрушен. За обрывом только кромешная тьма. Давайте, скажите мне, что теперь мне нужно наверх ехать. Идти, то есть, я не знаю, ну... Бесит. Даже по факту я уже там был. Я уже смотрел на это дерьмо, а теперь мне заново заставлять идти смотреть. Где балкон этот? Вот этот балкон, который мне нужен. На третьем этаже он. Ой, бог мой, ты что со мной делаешь? А мне все равно туда идти. Ладно. А прикиньте, крюк надо использовать не наверху. Ну, типа, посмотреть на объект. А надо посмотреть с помощью крюка. Зацепить, типа. Так, приятель, вместе со мной вместе идешь. Сразу же. Я, кстати, траву забыл выкинуть. Ну ладно, если вдруг кому-то отхилиться, надо будет отхилимся. Так, погнали сразу, наверное, на балкончик. Да? Странно, понимаете, мне постоянно бесит в играх, вот если место происходит вот в одном и том же, да, к примеру, локации. Откуда берутся враги? Ну хоть покажите, откуда они взялись. А так вы просто их рандомно запускаете, да и все. Ну, и что? И что? Я вижу что-то. Там что-то есть, отсюда не видно. А ну, приятель. Может, ты увидишь? А ну, что там? И я что-то не вижу. Идиотизм. А, бог с ним. А
Оказывается, спрей изначально не в седьмой части появился. Даже в этой он изначально был. Пойдем. Я должен что-то достать, но как достать, я души не чаю. Лучше за него забрать пули эти. Это двор. Дверь закрыта, но нигде не видно замочной скважины. На панели управления выгравирован следующий текст. Три фундаментальные принципа корпорации Umbrella. Зайбомба. Мне теперь три дерьма каких-то надо найти. Да, походу у нас все-таки серия будет с какой-то превьюшкой, хер знает какой. Может, с рыцарями поставлю. Так что вроде бы я видел только одну. У нас, конечно, есть еще место, куда можно пойти. Это где пар нужно остановить. Только вопрос, как пар остановить и где. Ну что, ну как я посмотрю отсюда? Ну посмотри отсюда, как? Ну что я увижу отсюда? Нихуя. Так, так я не пойду, давай. Подожди, мы, кстати, не везде. А не, подожди, если ключа у меня нету красного, значит мы все нашли. О, бля. Так дело в том, что мы все облазили. А где я должен что-либо еще взять найти? О, пока мы здесь, кстати. Почини лифт. Хотя я даже не понимаю, как его можно схватить, этот предмет. Что он тащить не может. Ой, блядь, сложно. Бежать по всем локациям обратно, где мы уже были. Идиотизм. У нас свечки нету, была бы свечка. Понимаете, у нас есть, по сути, ну, по крайней мере, два места, куда мы можем пойти. Это первое, это со свечкой. И где-то найти ключ. Потому что, допустим, здесь нам нужен ключ с синей дверью. У нас синего ключа нету. В остальных местах у нас тоже закрыто. Этот этаж мы полностью с вами посмотрели. Здесь больше ничего нету. Лифт, но лифт я пока ничего с ним сделать не могу. Часовой механизм, там просто механизм. Короче, третий этаж нам не нужен. Как и подвал. Нам первый, второй. Там, где мигает, смысла нету. Есть желтый предмет. Я хочу посмотреть, что за желтый предмет. А вдруг, кстати, вот это ружье надо использовать для того, чтобы отодвигать ящики. Если это так, это будет максимальный идиотизм. Здесь мы просто прошли все. Пустые комнаты. Пустая комната.
Там лифт, который поднял нас сюда наверх. Есть лестница, но она здесь идет. Подъем наверх. Это тоже не то. У нас, по сути, есть место, куда можно пойти, но оно закрыто. Типа. Так, у меня ключа нету. А где мне ключ искать? А где мне ключ искать? Вот закрыта дверь. Могли бы туда попасть, мы могли бы правое крыло полностью исследовать. В итоге я не могу ничего это сделать. Потому что я не бук. Где предметы? Уже начинается триггерением. Давай левую уберем. Может, книгу надо использовать? Просто я в натуре не понимаю. А, да? То есть ты так открываешься? Круто. Здесь что-то есть внутри. Черное крыло. Крыло вырезано из черного камня. Похоже, что у него есть пара. Или мне еще голову нужно найти с руками. Вот если тут таки даже крыльев нету, то скорее всего ангел. Давайте думать. Я могу сейчас... Давайте попробуем, хорошо. У меня как раз слот для гарпуна есть. Я свечку не понимаю, где взять. Есть место, где свечки просто стоят, но их взять нельзя. Хотя для задания мне нужна свечка. Свечочка. Раздражает. Свечочка-гарпунечка. Оттуда я увидеть не могу. Оттуда я тоже увидеть не могу. Потому что оно ничего не делается. Снова. Есть место, где... Возможно, гарпун вот здесь, в таких местах, типа где-то залезть я могу. Здесь что-то есть, но повсюду плохо видно. Так я с другой стороны не могу это посмотреть. Блять. Меня сейчас триггернет нахуй.
Может, что-то есть, чего я не понимаю? Просто я вообще... У меня сейчас башка взорвется. Генераторах. Я нигде вообще не видел, чтобы были генераторы. О, бля. Хорошо, давайте вспоминать, где мы что видели. Проход. Это у нас место, где почти столовая. Это столовая. Это проход. Это все дерьмо. Здесь проектор. Здесь таракан. Короче, бесполезное место. Поднимаемся на второй этаж. Отсюда, может, возможно, можно было бы увидеть. Сейчас глянем. Проверим. Проверим нашу гипотезу. Все равно мы ничего не теряем. Кроме как время. То, что я больше не знаю, куда нам идти, зачем сделали специально вот такой проход. Похоже, дождь прекратился, мне бы еще затемнее. Нынче зловещие тучками. И все? И все? Понятно. Понятно, блять. Базаром. Короче, я охренел. Откуда мне нужно было знать? Откуда? Я вроде бы... Я попытался ведь. Это... Максимальный затуп. Это боже мой просто. No, impossible. Оно сдвигается, оказывается. Но мы с вами сдвигали в эту сторону. Нахуй ты сюда встала, дурь. Оно сдвигается, оказывается. Ну я пытался же, оно не сдвигалось. Ок. Книга добра, да. То есть, поняли прикол? Тут не надо было никакую свечку вставлять, оказывается. Только мне свечку, блять, в мозги надо было вставить. Ой. Наебали так наебали. Теперь идем к ангелу. Ну теперь хотя бы все на места встает. Охренеть. Добро и зло. Справедливость. Откуда я мог знать был то, что шкаф отодвигается. Я видел то, что шкаф от... ну типа его можно сдвинуть, но я думал, что нужно свечку вставить, чтобы отодвинуть это все дело. Пиздец, ладно, бывает. Бывает. Книга с элегантным переплетом под названием «Добром». Для своей толстой книги необычно тяжела.
Крылышки. Найс. Крылья ангела. Крылья, вырезанные из белого камня. Статутка в форме ангела. Только... А, подожди, а... Демон же и так тяжелый. А, да? Ладно. Очко. Просто очко. Ну, назову добро и зло. Серию. Серия слишком уже долгая, поэтому... Там. А, точно. Да, сохранить. Оки-доки. Ну что, ребятки. Думаю, на этом мы с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, всем пока.